Приветствую, друзья! Сегодня я покажу, как подключить цифровой тюнер Т2 к старому монитору. Также можно подключить и тюнер спутниковый, и любой другой источник видеосигнала, у которого есть выход HDMI. Для подключения нам понадобится тюнер Т2, старый монитор, и также нужен вот такой вот переходник. Стоит он от 50 до 100 гривен на Али, в зависимости от модели. Есть модели с выходом звука 3.5 джек, вот здесь на корпусе. Данная модель переходника не имеет выхода 3.5 джек для звука, поэтому нужно снимать с самого тюнера звук. Но я не буду подключать акустику, просто для примера я покажу сам видеосигнал. Колонки просто подключайте на белый и красный колокольчики выходы, и там он будет. Подключение очень простое. Подключаем переходник в HDMI. И уже до переходника подключается VGA разъем старого монитора. Все, у нас уже есть сигнал. Вот только осталось включить тюнер. Включаем тюнер. Идет загрузка тюнера. Под сигнал стал передаваться на монитор. Вот уже есть картинка. Если бы были колонки, и звук бы также работал. Как видите, тюнер сразу подбирает соотношение сторон автоматически. Возможно, это и сам переходник делает, но соотношение сторон 4:3. Вот такой был небольшой ролик, как можно дать вторую жизнь старому монитору. Не обязательно это будет трубчатый, дутый монитор. Возможно, у вас есть какая-нибудь в гараже LCD-шка. Стоит лишь прикупить переходник, и можно пользоваться как телевизором. А на этом у меня все. Ссылочки я оставлю в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!